Если бы я смотрел, для меня было бы точно грех. Меня бы совесть, она осуждала. И я думаю, что это как минимум очень неполезно. В Библии даже написано, что кто... То есть, ну, закрывай глаза от пролития крови, а там это не то, что пропагандируется, это там ярко показывается. Поэтому я думаю, что это грех. Я становлюсь равнодушным к чьим-то проблемам, к чьим-то бедам. То есть, если я вижу где-то, там кровь проливается, естественно, становлюсь более равнодушным. Я думаю, что моя чувствительность к Богу теряется, потому что, ну, на что мы смотрим, тем мы и становимся, такими образами начинаем жить. Я не думаю, что человек, посмотрев такие фильмы, сможет потом прославлять Господа и видеть, как Он прекрасен. Я не думаю так.